ребятам из благотворительной организации «Виктория» приехали Снегурочка и Дедушка Мороз. Этих зимних волшебников всегда ждут с нетерпением в конце года. Причем не только дети, но даже и взрослые. И такой подарок, настоящее новогоднее чудо, подопечным «Виктории» сделал коллектив торгово-развлекательного центра «Акварель». Мы очень поддерживаем социальные инициативы города Пушкина, стараемся поддерживать наших подопечных. И я надеюсь, что это не последние инициативы, и мы очень тесно будем продолжать сотрудничать. И желаю всем новогоднего настроения и того новогоднего чуда, которое мы стараемся подарить нашим детям. Торгово-развлекательный центр «Акварель» давно дружит с Викторией. Новогоднюю елку для ее подопечных проводят здесь уже третий год. Для ребят подготовили развлекательную программу с играми, загадками и конкурсами. Кроме того, любой желающий мог прочитать Дедушке Морозу стихотворение. Еще быстрее! Хочется сказать, что это было супер, на самом деле. Мне понравилось, как там игрались, там кидали шарики вот эти. Ну и там песенки пели про лесу родилась елочка там. Огромное спасибо хочется сказать всем организаторам праздника, потому что мы уже Виктории давно состоим в этой прекрасной организации. И такую заботу о нас проявляют все. И Эльвира Юрьевна, и «Акварель». В конце праздника Дедушка Мороз и Снегурочка раздали ребятам их подарки. Каждому подарили то, что он хотел, о чем просил в своем письме. Всего тебе доброго желаю, самого наилучшего, верных друзей, здоровья и любви. Хорошо? Красивая, смотри, какая звездочка, да? Молодец, наступающим тебя еще раз. Знаете, приятно то, что каждый год они делают елку желаний, где наши дети пишут свои пожелания, а весь офис, весь коллектив торгового центра «Акварель» старается исполнить их и вот в таком праздничном формате старается подарить. Еще один подарок для подопечных Виктории – возможность прокатиться по торговому центру на паровозике. И какой же новогодний праздник без символа наступающего года? Большой и красивый заяц навестил ребят и сделал с ними на память общую фотографию. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.